связи с экономической ситуацией мигрантов стало поменьше. То есть у меня много знакомых мигрантов, потому что кто-то помогает там по хозяйству. У меня мать сейчас дома сидит, ногу сломала, и помогает женщина из Узбекистана. Вот. И ее приятели, ну, как бы ее коллеги, они уехали в Узбекистан, и возвращаться, я так понимаю, не собираются, а хотят ехать в Корею работать. То есть уже ищут другие рынки труда. Все равно, вероятно, здесь останется какое-то количество, но все зависит от экономической ситуации. Я думаю, что чем экономическая ситуация будет хуже, тем иммигрантов будет меньше.